Олимпиада у нас отняла огромные деньги, но в то же время были и заработаны огромные деньги на рекламе и на всем. А потом это все же осталось у нас. Деньги не ушли, ну, а куда-то. Все осталось у нас. Это все наше. Сочи. И чемпионат мира, который у нас будет в 2018 году, он благоприятнейшее будет от него ощущение. Ну, а по крайней мере, людям вот обычным. Он еще более расцветит наши великолепные города. Еще улучшит их, он даст новый стимул для развития. Это новые деньги будут вливаться, инвесторы будут идти, потому что вот ЮАР, какая такая уже это ужасное место, ЮАР там просто отрубает руки на улицах людям, чтобы снять часы. И то они устроили это самое, правда, там все было за забором, за железным, но ничего они сделали, благоприятнейшее. В общем, это великолепная вещь, ее нужно использовать, это наш шанс, его нужно обязательно использовать.